Привет, друзья! Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на канал наших друзей. Ссылочка на канал будет в описании, друзья. Поддержите наших друзей. Ну а мы начинаем. После инсульта всем известный российский певец Николай Носков постепенно восстанавливается. Артист порадовал многочисленных поклонников новыми и старыми композициями, выступив в Санкт-Петербурге. Артист пел исключительно сидя, но сам смог покинуть сцену, правда, не без помощи. В декабре прошлого года Николай Носков дал концерт под символическим названием «Живой». Несколько лет назад артист угодил в реанимацию с диагнозом ишемический спинальный инсульт. Певец был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Когда кризис миновал, Николай начал проходить реабилитацию под присмотром своей супруги Марины. Ему пришлось фактически заново учиться говорить и ходить. На том концерте артист пел, сидя на стуле. На шоу отметились многие его коллеги, которые пришли поддержать Носкова. Накануне, 16 марта, Николай выступил в Санкт-Петербурге. Певец также сидел на стуле, исполняя свои востребованные песни. На сцене вместе с Николаем Носковым выступил Александр Иванов и Наргиз. Интересно, что бритая рокерша предстала в нежном светлом платье с оболочками. В конце концерта Николай Носков не без труда поднялся и с помощью трости в левой руке медленно двинулся за кулисы. Под руку его подхватила Наргиз Закирова и помогла покинуть сцену. Зрители встали со своих мест и стали скандировать. Друзья, не забудьте подписаться на канал наших друзей, ссылочка будет в описании. Поддержите, пожалуйста, наших друзей. На этом мы с вами прощаемся. До скорых встреч.